Продолжается зачистка территории Министерством обороны, силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома. Я сейчас обращаюсь к жителям Григорьевского района, которые, спасибо вам большое, покинули свои жилые дома. Временно пока не стоит. Есть информация о том, что в всех населенных пунктах, которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти. Это задача сейчас с утра номер один. Надеемся, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в наше лечебное учреждение. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет.